фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организме. Короче, Склифосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Особенно бурно развивается в организме ослабленным никотином, алкоголем и... излишествами нехорошими. Да. Друзья мои, 23 апреля. Пошла 16-я неделя. Хотел сказать здорового образа жизни, но, честно скажу, последние 3 недели я бы назвал не очень здоровыми. Краткие итоги. Короче, 2 января я начал здоровый образ жизни. 3 месяца выкладывал, ну не 3 месяца, там 3 месяца был здоровый образ жизни до 1 апреля. Вот. Я завтракал, обедал, не ужинал, вообще алкоголь не употреблял, занимался физической активностью. В результате за 3 месяца мой вес со 105 килограмм упал до 96, фактически можно сказать 9. Ну, не десятка, но 9 килограмм точно, реально говорю вам. Давление крови идеальное, пульс хороший, сон отличный. Все показатели были уже супер через месяц здорового образа жизни. И вот там есть видео на канале, где товарищ мой купил, друг, мотоцикл. И мы отмечали в гараже, обмывали этот мотоцикл. Ну, за твоего гуся. Дашь прокатиться, когда будет теплее? На гусе. Угу. Супер. Я думал, а что? Что этот алкоголь? Пусть будет. Ну и вот. И вот эти последние 3 недели, ну, не то что алкоголь. Алкоголь так, умеренно, да, но я просто отпустил вожжи полностью. И начал жить такой жизнью, как жил до Нового года. То есть это, возможно, обильные поздние ужины. Походы по гостям. Туда-сюда. Короче, физической активности меньше. Больше на машине ездил уже за рулем. Результат. Сон стал хуже. Давление повысилось. И с 96 килограмм за 3 недели я опять подскочил на 99. Умеете, могете просто. То есть я провел такой двойной эксперимент. Сначала здоровый образ жизни, потом нездоровый. Но это реально, еще раз реально показывает, что наше питание, наш режим, алкоголь, физическая нагрузка, она напрямую влияет на ваш вес, на состояние здоровья. Ну что, до конца эксперимента осталась 1 неделя. Сделаем еще 3-й эксперимент. Вот сейчас неделю опять войду в здоровый, в режим здорового образа жизни. Посмотрим, сколько за неделю опять уйдет веса. Ну вот такие качели, короче, получается. Ладно, друзья, еду на дачу помогать другу. Он уже работает. Всем здоровья, добра и мирного неба над головой. Пока. Прецизи. Белый стай. Супер, Якаш. Ладно.